Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Holy Play, 7 сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня снова машина на именных номерах. Эта машина принадлежит ГА-07 сервера, поэтому надо с ней быть аккуратнее, я уже немного в лес влетел, короче. Я ему, ну, узнал, что это его машина, этот Мерседес, помните, что я снимал на именных номерах Брабус? То была его машина, просто она временно была у другого администратора. И вот у него еще есть одна машина, это Nissan Silvia. И Silvia, не помню какая, это 15-я, либо 13-я. Скорее всего, наверное, 15-я. Тоже на именных номерах дрифт, в принципе. Сегодня мы на ней понаварим и вообще посмотрим реакцию людей, возможно, на как выглядит эта машина. Реакцию на именные номера, именно дрифт. Ведь они красные. Я так понял, есть разные вариации цветов, так сказать. То, что... Типа, они есть и вот такие вот красные, серые там, и, наверное, любых цветов, скорее всего, но так и есть. Со мной администратор едет Максим Кактус, он ко мне тпкнулся, мне тачку починил, в принципе. Привет тебе передаю, Максим Кактус, если ты это смотришь. Давайте много наварим на ней, я думаю, потому что все-таки это Silvia, это дрифткар. Кстати, вон стоит ГА, это его машина, короче. Пром сейчас войти в поворот, короче, аккуратненько так. Аккуратненько, так. Давай, 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 вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Есть, вытянул, короче, ее. На ней очень приятно дрифтить, пацаны, она в полном тюнинге. Изначально она была стоковая, потом ГА тпкнулся и прописал какую-то команду, и теперь она в полном тюнинге. Навалить на ней очень приятно. Ну, все-таки, пацаны, Silvia, я думаю, сами понимаете. Повторюсь, у меня стоит старый модпак, поэтому у меня винил этот не отображается нормально. Это стоковый винил получается на Элегию. Кто не знает, Silvia — это Элегия, если что, так, на будущее. Поэтому вот такой вот винил, конечно, ну да, некрасивый, хотя, в принципе, как по мне, и так нормально. Я думаю, этот винил и так нормально смотрится. Ну, конечно, в новом модпаке он нормальнее смотрится. Но я просто жду, пока выйдет новый модпак, это с винилами на бэху там и так далее. Я лучше пока со старым поиграю. Я думаю, так будет поинтересней. Но так, тачка очень хорошая, вот это Silvia, я не помню, она, по-моему, лям 500 стоит в автосалоне, если я не ошибаюсь. Ну, примерно где-то так она стоит. Короче, так, давайте навалим на ней немножко. Совсем чуть-чуть, я думаю. Ремку я еще купил, хотя с нами администратор, в принципе, у нас починить. И, если что. Так, давайте я еще раз развернусь. Конечно, блин, я не привык, я, может быть, на трассу новую ТП. О, давай, 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 давай. Новая трасса ж дрифт появилась, точно, блин. Я просто в шоке. Сейчас мы посмотрим новую дрифт-трассу. Точно, блин, я забыл. Я совсем забыл про нее. Блин, блин. Блин. Машина. Машина. Блин, машина. Это же не моя машина. Блин. А машина, а машина. А, во. Во, заебись. Новая дрифт-трасса, пацаны. Я просто в шоке. Новая дрифт-трасса, пацаны. Она находится под, я так понял, этой? Блять, я просто в шоке. Респект, Максим Кактус, ты прям в тему сказал. Так, пробуем подрифтить. О-о-о, ебать! Ебать, бля, ну, конечно, я еще к ней не привык, поэтому, пацаны, сейчас привыкну и будем дрифтить нормально, я думаю. Надо просто не переозовочку не делать. Так. У нас трамплин. Так, давайте в обратную сторону поедем. Я эту трассу еще не знаю, пацаны, но это очень круто, новая дрифт-трасса. Просто эксклюзив, пацаны, спасли на лайки, потому что я еще не видел нигде, чтобы эту дрифт-трассу, ну, давали обычным игрокам. Поэтому, пацаны, я думаю, это эксклюзивчик. А, что за группа? А, что за группа? А что за группа, я так и не понял. Какая-то группа. Как к нему писать? Чё за группа вообще? А ну. Каёпта, и налево! Ядрить, Мадрид! Тормози! Тормози, блядь! Я чуть не обосрался. А чё за группа вообще? Кто-то мне скажет? Или меня просто добавили в какую-то группу? Я не знаю, что за группа.
Ну, блин, админы просто 07-го пацанатопчика. Я их просто люблю, как админов. Они реально все хорошие админы, реально. Ни одного плохого админа я еще не нашел, серьезно. Никого. И помогают как бы хорошо, и видите, вообще красавчики. Ну, конечно, дрифт-трасса такая себе, блин, на самом деле. Больше какая-то, не знаю, трасса, знаете, для прохождения больше, чем дрифт-трасса. Поэтому я хз. Воп, залетел, слава богу. Не, ну прикольно, конечно, но я думал, будет что-то получше, на самом деле. Может, еще какая-то дрифт-трасса есть? Максим. А что за группа? Что, я ничего не понял. Максима, что за группа? Я реально ничего не понял, что за группа, пацаны. Но в том прикол, что... О, Сережа корчом стало, все нормально. Можно доваливать, теперь точно уже не жалко. Блин, ну это очень круто. Машина Га еще, блин, конечно, на номерах дрифт. Ну почему-то у меня эти номера, видите, нормально не отображаются. Но вы сами видели, что здесь номера дрифт стоят. Г, если перезайти, она пропадет. А, я понял. Спасибо. Прикольно, я в админ-группе состою еще. Блять, охуенно просто. Так, давайте, думаю, заедем наверх. Попробуем по этой спиральке проехаться. Бля, я упал. Группа Гинвит. Можешь снова ТП, пожалуйста, на трассу и машину. Тоже я упал. Просто. Так, сейчас я попрошу еще раз. Попробуем эту дрифт-трассу, блин. Ну, такое себе, на самом деле, блин. Я думал, будет поинтереснее. Сделайте реально дрифт-трассу какую-то, блин. Если меня смотрят разработчики, возможно, там. То сделайте какую-то нормальную дрифт-трассу. Без этих туннелей, там, трамплинов. Потому что нормально толком не подрифтишь, по сути. Группа Гинвите Г. Сейчас ждем, короче. Так, все, меня ТП-хнули. Марат Камаматов, привет тебе, если что. Большущий. Так. Давайте сюда поедем, пробуем. Ну, блин, как-то не очень дрифт-трасса, типа, само мастерство тачпа здесь не получится, на самом деле. Но, по сути, трасса очень прикольная. На самом-то деле. Давайте я такой скриншотик, наверное, сделаю. Так, секундочку, пацаны, извиняюсь. Хотя, можно это вырезать будет. Так, еще одна... понял, спасибо за инфу. Конечно, видос, наверное, затянется, хотя посмотрим, сейчас разгонимся, попробуем прыгнуть. Ё-моё. Оп, заводись. Блин. Как так-то, блин? А чё я выпрыгнул вообще? Я случайно кнопку, походу, нажал. Бля. Бля. На машине ты поехал меня. О. Что-то я случайно выпал. Блин, ну что-то я реально случайно как-то выпал. Не, ну блин, если бы она была вот так вниз спирали, очень долгая спиралька была, я думал, было бы круто. А так, блин, вот эта одна спиралька, на ней дрифтить такое еще на самом деле. Но все равно круто, что они добавили, что будет такая, типа, МПшечка. Ну, видите, меня разворачивает просто, и все. Да уж. Ну, такое все удовольствие, на самом деле. По воде так чисто ехать. Лол. Прикольно, смотрите. Вы видите, вода на месте стоит. Вот так вот, видите, вода на месте стоит просто. Это круто. Но зато можно так вот поделать, бублики покрутить. Давайте покрутим бублики, я думаю. Не знаю, видели вы еще эту дрифт-трассу или не видели, я, честно говоря, не знаю. Ее вроде бы недавно добавили, 1 июня. Поэтому я хз. Скитлис. Продам конфету. А, конфету какую-то продают. Это, наверное, наркота, типа. Скорее всего. Не, ну дрифтить на ней прикольно довольно-таки. Я вам скажу. Довольно-таки неплохо на ней дрифтить можно.
Вообще сегодня у нас такая насыщенная серия получилась. Машина Гана, именных номерах, потом дрифт-трасса, вот это. Меня добавили в группу админов какую-то, где можно мы с ними общаться. Ну, прикольно, чё, прикольно. Очень даже прикольно, я думаю. Так, давайте тапку в пол дадим. Аккуратненько. Аккуратненько. Нормалек. Так, давайте бочком, бочком, бочком. Давай, давай, давай. Бублики покрутим. Ну что ж, я думаю, мы на этом будем заканчивать серию, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.